Так, это у нас 65-225, 2012 год. На этапе сборки монтировали двигатель, кабину в хорошем сочетании черный с белым. Панда. Мотор КамАЗ, коробка ZF-16. Раздатку пока не ставим, на выбор ZF-ка или КамАЗовский. Мосты Мадара на 31 зубьев. На данный момент предлагается как на двускатке. Но здесь есть возможность переобуть на односкатку, вот как здесь. Это тоже вот аналогичный КамАЗ, тоже 12-й год, но это для клиента мы собираем. Седло Джост. Здесь кабина со спальником. С железной панелью. Два бака по 500 литров. Скоро будет полностью готов. Она у нас в продаже. Свободно. Так, у нас здесь выход вверх идет. И здесь тоже. Если есть вопросы, друзья, пишите. Лучше звоните в отдел продаж. Более подробно обсудим и расскажем про КамАЗ.